Наталья Степашкина живет и работает в Германии. Летом сделала европейскую прививку от коронавируса, но организм вакцину не принял. Сейчас приехала в Самару к родственникам и, пользуясь случаем, прошла ревакцинацию российским спутником Light. Это наша ответственность перед обществом, потому что у нас у всех старые родители. То есть вот противников вакцинации я, если честно, в принципе не понимаю. Маленькие дети, то есть мы не только за себя несем ответственность, но и за них. Вот, поэтому я считаю, что это нормально. Но я верю в науку. Вакцинация сегодня – самое надежное средство защиты от новой коронавирусной инфекции. В Октябрьском районе Самары работает круглосуточный прививочный пункт на Челюскинцев, а также два мобильных пункта в колледже имени Ляпиной и областной библиотеке. Ежедневно с 9 утра до 8 часов вечера без выходных. Очень удобно в круглосуточный пункт приехать, привиться. В любое время удобное для пациента. Это и в праздничные, и в выходные дни. И, кроме того, это и вот эти мобильные пункты, в одном из которых мы сегодня находимся, тоже удобно. Почему? Потому что многие пациенты опасаются в связи со сложной эпидситуацией идти в поликлинику, чтобы не заболеть. С начала периода иммунизации населения только в Октябрьском районе города от коронавируса привили порядка 80 тысяч человек. Привиться в пунктах вакцинации можно и от гриппа. Мария Левин, Василий Колдашов. События.